Всем здравствуйте. Ворон в кадре. Поедем с вороном, прокатимся до фотоловушек. Поглядим, целы они у нас, не целы. Яру сегодня брать с собой не буду, Яру в поле увел. Сейчас, если за нами не оторвется сама, не убежит, значит оставим в поле, да, ворон ее? Как-то вот так вот, в общем, выдвигаемся. Может быть, до вечера еще там застанем, кого животных поснимаем, если не все выгорело. Ну все. Что я скажу? Ворона даже привязать пока некуда. Но еще мы полпути даже, наверное, не проехали. По разной информации, возможно, возле одной фотоловушки все в порядке. До туда не дошло. Но это не точная информация. А у другой, скорее всего, вот такая же картина должна быть. Да, ворон? Грустно, скажи, тебе стоять будет, если тебя оставлять. А хотя тут особо пока ходить некуда вроде. Снимать некого. Но, как утро показало, косуля-то вроде все-таки появляется тут на выгоревшем. Так, будем смотреть. Все неровности, зато хорошо видно теперь. Одни муравейники. Утка с селезнем слетели. Причем в упор почти подпустили. Все, ворон, единственное место, где трава, да? Где траву можно поесть. Что тут за яма, интересно, глубоко, не глубоко? Утонем. Так, дно я вижу. Иди. Заехать-то я сюда заехал тропой, а теперь надо где-то выехать. Вот тропинка тоже впереди. Тут где-то я в прошлом году пытался солонец сделать в лесу. Теперь надо не найти. Я не в позапрошлом. Ворон, ты не помнишь? Короче, как-то я с кустов выезжал. Какую-то березу упирался. Он может быть в те. Нет, не в те. Хотя может быть. Или вот у тропы. Помню, что у тропы я соль сыпал. Ну, короче, тут сейчас ничего не понять. Может быть, была вот это. Что я скажу? Я ни одной косули не видел. Вот что самое это печальное. Все, что это видео, это я утром. И они все шли
Все шли, шли, шли в одну сторону. Видимо, они все уже туда ушли. Ладно, едем, едем дальше. А тут хороший пожарчик мог бы быть. Тепленький, тут дров много. С вороном колесо нашли, да, ворон? Даже с диском. Можно было яру взять, яру к нему привязать, пусть бы его домой тащило. Вот так вот тут. Камера сгорела. Там он еще огонек даже горит. И вот все, что осталось от фотоловушки. Вот так вот выглядит, в общем, фотоловушка. Вот так вот выглядит тяговый аккумулятор на 12 ампер часов. Блин, флешка жалко не сохранилась. Так-то она, наверное, там кого-то наснимала бы. Ну, вторая, значит, такая же. Находка у нас с вороном небольшая. Поджаренная. Да, ворон? Маленький такой рожек. Чем пахнет? Восемь пахнет, да, ворон? Вот так вот. Но такая находка нас уже сегодня не радует. Но хорошо. Ну все. Поедем с вороном домой. Чё ты тут? Заждался меня? Ну, рог сбросил. Хоть одна сохранилась, и то хорошо, да? Ну все, всем пока. Ух ты! Это мы прыганули, да, ворон, с тобой? Как на соревнованиях. Ай, мышь чуть не задавил. Бавляй! Местами сыро, перед у него проваливается, и мы почти падаем. Главное на рога не наткнуться. Вон вроде жопа белая. А, точно. Бавляй. Осик идет, ветер от него.
один у меня ворон в лесу привязанный. Попытаюсь к нему еще подойти тогда. Куда он пойдет? Какой-то он такой чуткий, сейчас на меня поворачивался, я хотел поближе к нему попытаться. И он меня прямо очень быстро спалил. Там еще один идет. Из леса где-то, из куста не видно. Может, и еще есть, короче. Большим интервалом идут метров 150 друг за другом. Вроде в сторону мою пытается повернуть. Надо, значит, первого глядеть. Все, в общем, меня заметили. Что-то вроде я внимательно старался разглядывать. Может, их все-таки три. Мне казалось, здесь вот не должно быть лося. Он правее, один слева. А сейчас иду, смотрю, на меня уже смотрит. Успокоился, теперь другого не могу нигде найти. Лает, сидит. Кормится. Далеко до него. Лоси куда-то, короче, ушли, я их так и не видел, чтобы они убежали. Огромный заяц, вожак стаи, наверное. Или много-много зайчат.
рядом с зайцем кормилась, заяц убежал. Осталось. Каких только животных мы сегодня не наснимали. Осталось кабанов дождаться, как солнце сядет, и все. Бросили одного. А вот и кабан, как я и говорил, осталось только кабана. С маленькими он. Я скажу, ничто такая свинка. Прям куда-то спешит. Вот, наверное, от кого кабаном бежал свинья. Ось там. Еще один. Седой какой-то. Или седая. А вон еще один. Зверя пожаром всего выдавило. Эти были у меня на солнце лосиха с седыми пятнами и с одним лосенком. От пожара сместились. Тоже рожки такие шикарные у него. Сдалека. Только вроде и маленько несимметричные. Бок уже начинает рыжеть у него. Все, по границе с горелым ходит. Вот так вот.